народ, всем здорово. Ну что, продолжим с вами страх. Эфир. Не помню, где я остановился. Доложите обстановку. Переключа. А, все, вспомнил. Оказалось, не мне. Насчет Янковски по-прежнему ничего не известно. Заметим, что тела всех остальных бойцов его отряда найдены и опознаны. Пропала связь с отрядом на крыше. Можете подтвердить вторжение? Пока нет, проверяем. F5 вроде, да? Да. Сохранение. Отряд, перекличка! Отходим! Отряд, выходим! Отряд, в укрытие! Отряд в укрытие!
Захвати его! Мы потеряли троих. Я под обстрелом! Найди его! У тебя этого-то не было. Уже пукнуть не успел. Держать позицию! Видишь его? Нет! Вижу! Опять это размотало так, как греной. Сюда! Я только что принял сигнал, Янковский. Он в этом районе. Как он? Ты даже не знаешь своего имени. Хотя вот это все неспроста. По времени, блять, даже 10 минут нет, рано. Сеть Армахема не работает. Твоя задача — найти и перезагрузить центральный сервер. Тогда я смогу войти в систему и выяснить, что происходит.
Ну, вдруг, я думал, может, прокатит. Еще волосатый холохоп. А сюда пришел. На я должен там что-то где-то выход, вход. Всякий. Ну, жгуры на всякий. Значит, жмурками кидаются, блин. А чё, жаль, где пройти не могу? Спасибо. Только что прослушал, непонятно. Так, стопы, дай нам туда глянем. Видишь, не зря заглянул-то. Ты говоришь, иди, иди, блядь, месись.
На всякий. Хуй его знает. Логично. Блять, ёбаная кракозябра, блять. Два раза на такую хуйню не попадусь. Три новых сообщения. Давай послушаем. Первое сообщение. Чак Хабигер. Это Чак Хабигер. Я проверил показания. Рекомендую заморозить проект Персей до выяснения причин синхронизации. Общая картина та же, что и в прошлый раз. Однако последствия теперь могут быть гораздо серьезнее. Следующее сообщение. Чак Хабигер. Я получил твое сообщение. Ты забываешь, что в прошлый раз Феттл был еще ребенком. Тогда мы просто закрыли источник. Но сейчас нам противостоит опытный командир, которому безоговорочно подчиняются сотни солдат. Вместо того, чтобы трястись над графиком работ, подумай о последствиях возможного бунта. Следующее сообщение. Маршал Дизлер. Привет, это маршал. Я только что звонил Хабигеру по поводу Персея. То, что он говорит, действительно страшно. Пока есть хоть малейшая вероятность синхронизации, проект должен быть закрыт. В других обстоятельствах я бы посоветовал не пороть горячку, но здесь лучше перестраховаться. Перезвони. Сообщений больше нет. Короче, накосипорили ученые, как всегда, блядь. Спасибо, Фил. Нам стало известно, что около 17.00 в здании штаб-квартиры корпорации Armachan Technology ведущего подрядчика Минобороны прозвучали выстрелы. Что было дальше, до сих пор неизвестно, однако возле здания были замечены военные вертолеты. Полиция рекомендует гражданам сохранять спокойствие и оставаться дома. Это был Диего Родригес в прямом эфире с места событий. Только что поступило сообщение. Один из вице-президентов корпорации Armachem сегодня утром был похищен вооруженными людьми по пути на работу. Полиция отказывается давать какие-либо комментарии по этому поводу. Вот заодно мы с вами новости послушали.
на всякий. Тут кетчуп разлил. Возможно. Тебе дурень. Я Нортон Мейпс, я инженер. Фу, штатский. Дай ему передачу. Алло? Ребята, вы кто? Свои. У тебя все в порядке? Ага, знаете, тут такое творилось. Ты инженер, так? Можешь устроить мне доступ в местную сеть? Я вам что, сисадмин? Вот что я скажу. Отключите систему охраны, тогда я посмотрю, что можно сделать. Если будет сеть, я смогу отключить ее дистанционно. Я бы, сука. Она в отдельной сети. Вон там. А зачем тебе надо, чтобы мы отключили охрану? Кстати, да. Нахера? Затем. Вам нужна моя помощь. Цену я назвал. Блять, какой-то коварный план, сука, там. Жирный мастурбатор, сука. Секунду. Так, ну, в принципе, уже плюс-минус отыграли нормально по времени. Для серии. Так что на этом мы нажимаем F5 сохранить, быстро сохранение, и на этом мы тогда серию закончим. А что будет дальше, мы уже потом увидим. Но это пока все. Давайте, до следующей серии.